Ну что ж, ребята, сегодня мы играем на карте Зыбучие пески в режим беги. Я надеюсь, вы тоже любите бегать, заниматься спортом. Ну вы же не такие поганые, толстые жирдяи, которые сидят все время в Макдональдсе, просирают все деньги, которые им дают родители, и все время сидят за компьютером, задрючат, фу, поганые такие. Не хотел бы таким быть. Ну вот, ребята, мы уже, как бы сказать, на арене так званой. Ой-ой-ой, тихо, как разогналось-то. Не, а вон туда бежу я. Так, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Погнали. Опча, давайте на всех парах ветра. Ну-ка, что с этого получится? Как это так, блин? Почему я... Ах, ладно, ребят. Ну, лаги. Что ж поделаешь? Ну, мне этот режим нравится. Второе место, это уже не так плохо. Ну что, давайте еще раз. Ох, опять мы на арене. Фу, какой здесь у нас вот этот парниш невежливый. Так как разогнался? Не, парниш, туда бегу я. Так что давайте стартуем прямо на всех парах ветром, мчимся к деревянной платформе с краю. И надеюсь, мы добежим. Я хочу занять сегодня первое место. Это мой главный секрет для вас, ребят. Так, тихо, я там слушаю, сзади кто-то бежит. Ой, это что было? Ну ладно. Немного лагает, ну, ребят, извиняюсь, конечно же. Ох-хо-хо-хо-хоу, давай бежим и просто не останавливаемся. Это девиз, можно так сказать, режима. Беги-беги и не останавливайся. Так что, ребят, погнали. Главное держаться как много больше времени. Там было написано на табличках на самом спауне. Ой, вижу, там вдалеке у нас эпический рыцарь бежит. Но как же некрасиво с его стороны. Не только мне можно такое. Ой, тихо. Почему-то я свалился вниз, но походу упал я в дырочку. Бывает и такое. Ну, здесь еще легче, вот на этой платформе. Просто нужно бежать вот по этой деревяшке прямо. Главное, чтобы у вас не лагало. Если залагает, вы сейчас вот так вниз, налево скосите, и все, и хана. Ладно, ребят, давай. Мчимся прямо, и никаких у нас препятствий нету. Ну, здесь по деревяшке неинтересно бегать. Давайте пройдем на стеклянную платформу, я думаю, или нет. Ладно, ребят, давайте на стеклянную платформу переходим тогда. И попробуем, что у нас здесь получится. Ну-ка, хопча. Есть, отлично, ребята. Вот это, я понимаю, затащили первый уровень. Вот, ребят. Пока-пока. До скорых встреч.